Приветствую всех подписчиков, зрителей канала, любителей спортивной одежды и обуви. Сегодня рассмотрим женские беговые кроссовки Adidas Durama 9. Верх модели изготовлен из двухслойной дышащей сетки. Также сбоку в носочной части есть поддерживающая вставка с функцией против брызг. А на пятке с обоих сторон есть крупные детали для фиксации. Сама пятка удлинена для комфортного подтягивания. Шнуровка проходит сквозь литые, но гибкие люверсы из полиуретана по бокам. А на языке есть нашивка с надписью Adidas и фиксатором шнурков. Также по бокам кроссовка расположены полоски Adidas черного цвета. Подкладочный материал стандартный, текстиль. Промежуточная подошва из пеноматериала Claude Pham, разработанный на основе пеноматериала Eva. Это тоже легкий материал. При этом шаги стали более пружинистыми, затрачивая меньше энергии, придавая комфорт и поглощение ударных нагрузок. Также модель имеет комфортную антимикробную стельку Ortholite. Подметка высокой прочности Adivir отличается отличной сцепляемостью с поверхностью и долговечностью. Модель также имеет разные варианты расцветок на любой вкус. Носить рекомендую лето-осень. Цена 4000. Недорогие универсальные женские кроссовки отлично подойдут для тренировок в зале и для занятий на природе. Ставьте лайки. С вами был Серега. До новых встреч. Пока-пока.